сети появилось видео, на котором меркиевый бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко не смог с первого раза произнести слово «дигитализатион» — цифровизация. Инцидент произошел во время обсуждения развития украинской столицы на экономическом форуме в Давосе. На кадрах видно, как Кличко пытается выговорить слово, но вместо этого издает невнятные звуки. А в это время его брат Владимир не скрывает смех. Аудитория несколько раз подсказывала бывшему боксеру, как произнести слово, но ему это так и не удалось. Ранее Виталий Кличко не раз отмечался своим красноречием. Так, на Новый год он пожелал подписчикам в Твиттер не знать горя, любви, удачи, счастья и особенное здоровье. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.